Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и на своей странице ВКонтакте, на странице лаборатории психологического обеспечения выложены новые книги. Их тут совершенно немного, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять новых книг. Рекомендую. Некоторые из них в большинстве своем вот в формате PDF, одна книжка в формате Дежавю. И 4 книжки, 2 еще в док, еще одна в PDF и еще одна в док. Немного книг, но эти книги абсолютно для меня как бы новые в таком наборе. Вернее так, больше половины этих книг можно найти у нас в библиотеке, 6 или 7 книг, а некоторые книги новые, у нас их в библиотеке, в лаборатории нет. Я их обязательно там размещу, вы сможете их скачать с нашей страницы ВКонтакте в нашей группе и, соответственно, можете их скачать в нашей библиотеке на нашем сайте лаборатории психологического обеспечения. Рекомендую. Вот основы нейропсихологии, лекции по общей психологии читал я и дефектология и психология, да, вот эта книжка. Рекомендую эти книги, вот первые три книги, которые я назвал, их к прочтению. Очень замечательные, очень нужные обязательно к прочтению эти книги по психологии, по психофизиологии, по языку, нейропсихологии и так далее. На этом, собственно, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!